приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы, слышишь? Вот, Драгович с нами играет. Мы крепко влипли. И отлично это понимали. Так, нас хотят. Боуман всклипывал. Завалить. И его можно понять. Боуман! Я устал. Скорее бы все кончилось. И зря это, Боуман. Черту! Чарли! И что, нам играть? Боуман, нет. Петруп, американец! Последний шанс. Играй или умирай. Я тебя не боюсь. А не бойся. Сволочь коммунистическая. Умирай, не бойся. Ни хрена себе. Боуман! Боуман! Ах ты, сукин сын! Вот ты молодец какой. Дальше. Я вас всех перебью! Сейчас я надеюсь. Не трогай меня! Забахаю. Вот. Черт! Давай. Сволочи! Они еще поплатятся! Ты! Конечно. Молчи! Игра! Какой план? Я думаю. Молчать! Наш шанс, Мейсон. Попробуем. Окей. Ба-ба-ба! Бери топор. Меня ты не убьешь! Теперь ты стреляй, ну! Давай. Черт! Фух. Теперь давай! Инлайн! Что? Готов. А что ты не крутанул даже? Табаба! На 6 и на 8. На. Есть. Опа. А я думал, топор возьму. Тихо. Русский, все? Давай. Пошли. Стоять. Я лучше еще один калаш возьму. Так. А что ты хочешь, поверх уйти? Не дай уйти этому ублюдку. Тихо. Повторишь, прибью. Да. Стреляй лучше тогда. Если он сумеет удрать, он предупредит Кравченко. Он не уйдет живым. Да. Перезаряжаюсь, прикрывай. Есть. Вперед. Так. Он сейчас бы выбежал бы, да? Как нарвался бы. Спокойно. Спокойно. Смерть русскому. Точно. Да. Да. Тихо. Прикончил. Платятся за свои дела. И не только он. Кравченко тоже. Спокойно. Тихо. Граната. Да. Укрытие. Мы его теряем, Мейсон. Все? Все? Вот, это дерьмецо пытается смыться. Вали, далеко Мейсон. Не уйдет. Не. За Боумана. За Боумана. Падла, правда, он как-то легко у помер. У нас времени в обрез. Легко как-то отделался. Комплекс Кравченко недалеко. Пришел его последний день. Тащи меня. Сейчас мы его одолеем. В два рыла-то. Ух ты. Вон вертолет. Мы захватим его. Ух ты, стабилизатора заедает.
Давай, чини. Кравченко приказал нам вернуться на базу. Мейсон, огонь по готовности. Спокойно. Спокойно. Да, я уже у вертолета. Готов захватывать. Так. Ты где? Все чисто. Да, конечно, чисто. Я старался. Так. Сведения получены. Ага, паника. Давай, залезай в вертолет. Давай, полетели. Ладно, что на борту? Блок УВ-32, 12-миллиметровая носовая. Похоже, они готовы к Третьей мировой. Да, система заряжения включена. Блин, я не зарядился ни гранатами, ни патронами. Аппараты в норме, беру управление. Система заряжения включена. 12-миллиметровая пушка готова. Полная мощность, готов? Готов. Готов. Так, я левая, поднимусь на уровень правая. Игрушек и передам управление. Все чисто. Сообщу о появлении целей. Хорошо. В любых вражеских целях, ясно? У нас есть координаты комплекса Кравченко. Пойдем над рекой. Понял, передай управление. Давай. Смотри в оба, чтобы нам яйца не подстрелили. Принято. Вспышка! Это Чернов 7! Сампары велики! Похоже, там на мосту 50-й калибр! Зачистим мост! Вас понял. Это Горький 63. Горький 63, укажите свой курс. Внизу прием. Дорога захвачена Чарли! Видим направленную станцию! Да тихо. Вижу! Запускай канал 50-й калибр! Это технические сообщения на направлении! Спокойно. Центр, Омский 22 на подходе. Ответ отрицательный. Омский 22, заведите. Принято. Выполняю задание. Вышка, повторите координаты Горького 63, прием. Омский 22, объект переместился в квадрат ТК-4, прием. Движется с высокой скоростью. Ваш путь, прием. Боец, назовите себя. Омский 22, боевая готовность. Оружие к бою. Как слышите, Горький 63, укажите свой курс, прием. Так. Командир наземных частей, назовите себя. Командир тихо. Наземных войск, укажите ваши позиции. Я не вижу тебя. Прием. Блин, воздушный бой. Такой отстой. Готов, продолжай движение на север. Держись реки. Так, это наш корабль. Цель захвачена. Ага, наш. Американец. Цель захвачена. Дело дрянь. Надо подобраться ближе. Пещере. Ракета, шевелись. Давай. Уничтожь их. Отлично. Да. Больше эти ребята не будут сбивать вертушки. Чарли перекинули трубопровод через реку. Бей по нему и подорви мост. Давай. Вот так. Куда уж больше-то? Охренеть, Мейсон! Это ж золотая жила! Под нами дорога Хайдамина! Вот он! На юге трубопровод! Освободить канал! Короткая информация о новой базе! Спокойно! Вышка! В нашем квартале нарушитель! Горький 63 захвачен! Тихо. Он атакует! Всем отделениям нас атакуют! К орудиям! Две зенитки на мосту, видишь? Да. Тихо, тихо, тихо. Горький 63 захвачен. Повторяю, Горький 63 захвачен противником. Где поддержка воздуха? Нужны хайнды. Да кто по мне стреляет? Спокойно. Спокойно.
Единички на мосту, видишь? Все, вижу, вижу, вижу. Тихо. Кто-то меня так хорошо долбит-то. Радарная вышка! Ищи ее! Меткий выстрел! Что там? Бей по нефтепроводу! Так, спокойно. Тихо. Мосту, почти. Кто меня там был? Да. Да. Чёрт, мы не удержимся под таким огнём. Назад! Сваливаем отсюда, Мейсон! Тихо. Да. Ну вот. Комплекс Кравченко должен быть перед нами. Они... Ага, вон еще и вышки были. Ладно. Есть. На радаре пятнышко. Ты не видишь? Сбрасываю мой технику в отход. Забьем этого паразита. Выведи его ко мне. Я с ним разберусь. Есть. Ага, разберешься ты с ним. Я подбит. Ты где? Давай. Тихо. Здесь. Блин, их там двое. Заходи сбоку, цель движется. Он на прицеле. Спокойно. Тихо, 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 тихо. Да кто там бахает? Я тебе вот только да. Что набахал там. Один готов! Второй на очереди! Давай, он прячется. Да. Да, да, слишком плотный огонь! Мейсон, да. Убрати вертушку! Тихо ты. Попал. Есть! Получайте, сукины дети! Да и от меня тоже ни хрена не осталось. Давай. У меня второй пилот вообще зачем там нужен? Комплекс Кравченко чуть южнее. Садимся на вырубке. Ну давай. Второй пилот вообще нахрена, если все сделал я. Вода все болтаются, аппаратура дымит, все в кровище. Ну все, выходим. Выходим, выходим. Выматывайся давай. И меня выпусти. Так. Тут не обязательно скрываться. Правильно? Правильно. Не обязательно, так не обязательно. Есть гранаты. Ну, думаю, какие-то, наверное, есть у меня. За дело. Ой, перекаты, переливы. Тебя подстрелили! Куда я снова стою? Забыть не может. Почему ты позволил себя подстрелить? Отдай оттуда! Противники за бревном! Цель поражена! Цель поражена, еще бы не поражена. После дерева! Где ты? Ого, бежит еще. Подожди. Далеко ли ты убежишь? Раненый!
На. Ранение пулемету. От пулемета ранений мало бывает. Отрывать, конечно, себе на раз-два. Либо срезает пополам человека. Вау. Да ты. Вот так. Тоже могу. Течет с гранатой! Мейсон, бери огнемет! Подпалим хвост этим ублюдкам! А где он? Огнемет. Кто это? Эй! Эй! Спасите! Помогите! Мейсон, это пленники! Вы за нами? Давайте. Слава богу! Скорее! Пожалуйста! Спецгруппа МП. Эй, Сэм! Мы вас вытащим! Это ты? Резно. Это я. Я тебя вытащу. Тут Кравченко. Это ты? Он не уйдет! Не уйдет. Я думал, ты погиб. Меня захватили на реке и притащили сюда. Мейсон! Что, черт возьми, ты творишь? Депортации нужно в России. Вытащить их! Давай. Драгович хотел сам решить мою судьбу. Теперь давай. Мы сами решаем, Резно. Мы должны убить Кравченко. Да я его накрыл! Удерживай их огнем! Раненые! Возле лестницы! Давай на поражение! Противник на лестнице! Спокойно. Вот они! Второй! Перелили! Что-то нет. На таких дистанциях нет. Теперь мы сами решаем, Резно. Мы должны убить Кравченко. Да. Давай сюда! Вышка, дочь! У меня жилы! Противник на лестнице! Достань морфий! Вижу тихо. Их! Я их вижу! Это хорошо, что ты их. Я подражаю! На лестнице! Да. Он у меня прицелы! Давай на поражение! Чё? Вы еще не со всеми разобрались. У всех твоих огнём! Противник уничтожен! Да. Осколочная! Нашу сторону! Принято! Он мой! Давай! Поле зрения! Готов! И на еще. Граната! Граната пошла! Заряжаю! Люби! Противник уничтожен! Ой, ой, ой! Подожди! Нормально так. Что там? Фу. Пойдем. Зажарим его, падлу. На, ух ты мне. Стулом по мордам. Подожди, а что я один-то ворвался? Где остальные-то бригада-то? Не в этот раз, Мейсон. А в какой? У тебя прям вариантов много. Ну кто меня, что, никто не спасет, что ли? И опять. Надо было убить тебя в Воркуте. Да сейчас. Опа. Перо под ребро. Ты попался, сукин сын. Ты умрёшь со мной. С гранатами. Ну вот, что и требовалось доказать. Блин. Главаря взорвали. Спокойно, Мейсон. Вот. Ну. Ты цел. Задание выполнено. Ты цел? Я цел. Мейсон. Резнов. Кравченко мертв. Наконец-то. Драгович, Кравченко, Штайнер должны умереть. Где станция, передающая цифры? Да что ты со своими цифрами заколебал меня? Цифры, цифры. Откуда я тебе знаю, где эти цифры? Ты убил Кравченко. Ты уничтожил их базу. Мейсон, Вудсы, Боуман, оба погибли. Вся ваша группа погибла. Уцелел только ты, Мейсон. Ты один. Нет, Резнов тоже выжил. Ты один, Мейсон? Нет, Резнов все еще со мной. С самой Воркуты.